Общероссийская общественная организация «Семьи России» открывает в Крыму юридическую приемную для многодетных семей. Их проблемы в основном связаны с жилищными вопросами, лечением и образованием детей. Зачастую все трудности упираются в нехватку правовых знаний. Плюс цена за услуги юриста оказывается слишком высокой. Теперь такие семьи имеют право на бесплатную юрпомощь. Всю необходимую информацию о проекте можно узнать на сайте организации. Образцы документов юридических, образцы жалоб, обращений, исковых заявлений с алгоритмом, куда их отправлять, какие сроки, если что-то не получать, что делать. Помимо этого, на сайте будут постоянно работать юристы в режиме онлайн. Если граждане не получили ответ на свой вопрос, используя сайт, они постараются письменно ответить гражданам. Первый прием граждан пройдет уже 14 ноября. Родители, которые воспитывают трех и более детей, могут прийти в ДК имени Шевченко по улице Репина с 14 до 16 часов, задать интересующих вопрос и получить бесплатную консультацию. Такие приемы будут проходить раз в две недели по четвергам.